Изучение процесса сложения народа всегда является актуальной задачей исторической науки в любом государстве. Тем не менее, даже за 20 лет независимости в Азербайджане так и не сложилась общепризнанная концепция этногенеза народов Азербайджана, и как следствие не существует единой картины становления азербайджанцев как этноса. Процесс и вопрос этногенеза давно стали предметом ложно-патриотических спекуляций и антинаучных домыслов, зачастую ставящих под сомнение имидж отечественной науки в глазах цивилизованного мира. Изучение этногенеза является одной из насущных задач исторической науки в любом государстве. При этом вопрос происхождения народов Азербайджана стал объектом политических спекуляций, и даже спустя 20 лет после обретения независимости в общественном сознании нет общепризнанной концепции собственного происхождения. В связи с этим вопрос изучения этногенеза азербайджанцев является актуальным. Установление происхождения отдельных людей или же целых групп людей, то есть популяций, возможно с использованием методов ДНК, позволяющих с определенной точностью выявить степень родства как людей, так и народов между собой. Установление происхождения отдельных людей и целых народов возможно выполнить с помощью анализа их ДНК, своего рода биологического документа, который нельзя подделать или же потерять. Так и только так можно достоверно установить факт родства как двух отдельных людей между собой, так и целых народов.